Привет, дорогие мои зрители! Сегодня у меня очередная пересадочка. Скоро Новый год, но остались у меня еще невыполненные дела, задачи. Есть вот такая вот у меня фикус пестролистный. Очень красивый. Вот. А к нему в гости я подселила вот такое вот растенице, традесканцию. Она была крохотулькой-крохотулькой. Вот посмотрите, так поближе поднесу. Она вытянулась. Так. Тоненькая-тоненькая ножка. Дальше началось утолщение и пошла в рост. Листочки у нее такие с одной стороны с фиолетовым отливом, когда она повзрослеет, будут еще ярче. А здесь нежно-зелененькие с перламутровым отливом. У нее в междуузлиях у взрослой будут такие семенные коробочки, очень интересные. Все вам покажу, когда она вырастет. И вот эта вот гостья пошла в рост и скоро выживет хозяюшку. И чтобы этого не произошло, я сегодня ее отсажу. Полностью вытряхивать горшочек не хочу, повреждать корни. Фикус этот более нежный. Есть фикус Бенджамина с темными обычными листочками. Он хорошо приживается, а этот такой капризулька-капризулька. Вот, и я от него буду аккуратненько сейчас отсаживать вот эту вот хулиганку, которая решила тут занять всю площадь, всю территорию. Такая лисичка хитренькая со скалочкой. Пришла в чужой домик и выживает хозяев. Тут мне помогает пересаживать Мишка Черешенко. Вот такая прелесть. Сидит под елочкой. Елочку я делала сама. Если хотите, сейчас вам покажу. Скрутила из проволоки обычную елочку и еще немножечко не хватило мне мишуры. Такая вот елочка у меня. Так, ну ладно, сегодня не про елочку. Да, я еще покажу вам, как живет фиалочка, которую мы пересаживали вместе с вами. Кто не видел, можете посмотреть. Вот она. Видите, у нее там развивается. Сейчас. Вот она ярче. Покажу. Серединочка. Ничего, что зима. Не пугайтесь, не бойтесь. Хотя, конечно, лучше приживаются любые цветы весной. Ну, что ж нам зимой теперь? Просто так всю весну ждать? Вот она. Декабрист. Тоже прекрасно себя чувствует в новом домике. Точно так же сейчас пересадим и традесканцию. Для этого у меня есть такие небольшие кашпо. Покупала очень недорогие. Это хобби. Не очень дорогое. Так, у меня уже есть подготовленный. Сделала, видите, отверстия дренажные. Сейчас будем пересаживать. На дно обязательно насыпала немного почвы. Кашпо небольшой. Дренаж не буду делать. Почва не загниет, не испортится. Так, и теперь аккуратненько, вот вам поближе пододвину, буду добывать эти корешки. Не хочется сорить, не хочется обижать основное растение. Сейчас подберемся. Ой-ой, вам ничего и не видно. Так, вот как показать-то лучше. В общем, надо действовать просто смелее. Ага, все пошло. Так.
Так, так, вас обниму. Вот так вот. Вот она. Сейчас мы ее отсюда заберем. Так, поехали, поехали в новый домик, поехали. Так, все-таки немного насорила. Ну ничего страшного. Все, перевалочку. Вот они, корешочки оголились. Давайте заправим их на место. Ничего, сейчас я фикус подкормлю, полью, подкормлю, и он не обидится. Да, корешок, конечно, пока еще у него небольшой, но довольно ветвистый. Так, видно вам? Сейчас сфокусируемся. Таким образом, вот все видно. Что я буду делать? Я не буду полный горшочек насыпать земли. Я сейчас засыплю эту традесканцию. Вот сейчас покажу вам. Смотрите. Вот это вот очень тоненькая. Так, как бы это половчей. Вот это очень тоненький первый у нее такой вот сегмент вырос. А дальше она пошла уже более крепкая. Вот до сюда я ее и закрою земелькой. А потом по мере роста, возможно, земли добавлю. Нашу традесканцию установила по центру и засыпаю уже готовым грунтом. Как делала грунт, у меня тоже есть видео. Я сделаю на него, постараюсь научиться и сделать ссылочку. Но попозже, не сегодня. Так вот, так вот. И так вот. Так, ну все, немножко уплотняю, чтобы она тут не болталась, покрепче, поплотнее сидела. Так. И все. Осталось мне только полить. Вот смотрите, вот она. Запоминайте, какая она сейчас. Буду вам ее показывать в следующих видео, как она развивается. Все считают, что зимой пересаживать нельзя. Я понимаю, что весной все приживается лучше, но пересаживаю, если мне надо, круглый год. И все прекрасно приживается. Вот смотрите. Подписывайтесь на мой канал. Будем вместе смотреть, как будет происходить дальше. Никак не дождутся орхидеи пересадки. Не подготовилась я еще. Надо купить для них нормальный грунт. Ну вот такая красота сегодня. Сегодня в своем домике традесканция. Оставайтесь со мной. Жду новых встреч. И Мишка Черешенко желает вам всего самого лучшего в новом году. Пока-пока!